давайте рассмотрим, какие этапы будет проходить и как человек в нашем бизнесе, и что на каждом конкретном этапе нужно делать. При работе с контактами, что мы по сути делаем? Мы создаем воронку продаж, где на входе у нас все люди, которые получают информацию, и дальше кто-то воспользовался продуктом, кто-то зарегистрировался в бизнесе, кто-то начал обучаться бизнесу, кто-то после обучения начал действовать, кто-то закрыл квалификации, и на выходе у нас лидеры. И благодаря системе вы четко видите, вот столько у меня там, допустим, 3000 контактов возможностей. Из них, допустим, 1000 заинтересовалась бизнесом, из них, допустим, 900 человек зарегистрировались в системе, из них, например, 700 заключили контракт, из них, например, 300 проплатили пакет, из них там 200 пришло на школу, из них там 100 закрыли квалификацию, из них 50 закрыли большую квалификацию и так далее. Вы на каждом этапе четко видите, сколько человек, и самое главное, что с каждым человеком делать. Что делать с этими людьми, что делать с этими людьми, что делать с этими людьми. Этому мы как раз обучаем на школах. Но теперь давайте посмотрим, как эта воронка выглядит в нашей системе. Итак, как я уже сказал, все люди изначально попадают в раздел «Возможность». Нажимаем раздел «Возможность». И как только любого человека, нажимаем на любого человека, нажимаем стрелочку, в правом верхнем углу карандашик, нажимаем здесь «Сохранить», он переходит в раздел «Бизнес». Да? Вот. И теперь задача с ним сконтактировать и провести по этапам. Давайте рассмотрим этапы еще раз, как вот будет проходить контакт с человеком. Мы выбрали из шаблона готовый скрипт звонка, встречи, сообщения по e-mail, сообщения, смс-сообщения или через мессенджер. Ну вот, у нас система настроена под наш бизнес, и наша задача первая какая? Сконтактировать человека с человеком, чтобы он установил мессенджер. Ну, допустим, мы ему отправляем смс-сообщение. Выбираем его из шаблона. Соответственно, как скачать мессенджер? Выбираем шаблон и отправляем. Вот система отправила сообщение. Теперь мы переходим в раздел, где у нас мы двигаем человека по нашим шагам. Соответственно, передвигаем его в раздел «Сконтактирован». То есть мы знаем, что мы с этим человеком сконтактировали. Система хранит все контакты. То ли вы ему позвонили, то ли вы ему отправили смс, то ли вы ему отправили почту. Дальше, следующий этап, на которой мы человека передвигаем, это встретиться и провести переговоры. То есть цель наших переговоров на встрече – это сделать так, чтобы человек установил мессенджер. Поэтому наш следующий этап – это установили мессенджер человеку. Теперь мы на мессенджер можем ему прислать дополнительную информацию, о котором мы говорили, о бизнесе, и готовый презентационный ролик. Соответственно, следующий этап. Мы отправили человеку материалы. Допустим, он установил мессенджер, мы ему отправили материалы. И, допустим, мы знаем, у нас 500 человек установили мессенджер, мы 500 отправили материалы. Или, допустим, 300 отправили, 200 еще нет. Мы знаем, кому отправить и перевести людей в раздел «Материалы». После того, как человек посмотрел материалы, у него после ролика
вы отправляете предложение сразу в свою регистрационную ссылочку с предложением зарегистрироваться. И вы четко видите, просто отслеживаете, кто зарегистрировался, кто нет. Как вы видите, что в вашем бэк-офисе появился новый человек, вы заходите и переводите его в раздел «Зарегистрирован». И если в течение, там, допустим, некоторого времени, там, нескольких дней или, может быть, неделю, вы видите, что у вас есть люди, которые материалы получили, но не зарегистрировались, ваша задача с ними связаться опять и спросить, почему они не регистрируются. Ведь регистрация абсолютно бесплатная, и при этом человек уже имеет свой бизнес и имеет возможность, как минимум у него недельный срок есть, ознакомиться с этим бизнесом. После того, как он зарегистрировался, наша задача смотивировать человека теперь активировать кабинет. И следующий этап у нас активация. Чем, какая мотивация активировать кабинет? Все очень просто, чтобы место осталось за тобой навсегда. А вы знаете, что в нашей системе вы на одну минуту раньше зарегистрировались, чем следующий человек, и вы уже с него получаете доходы. Так вот, первая мотивация – максимально быстро занять место. И активация позволит это место сохранить за собой навсегда. Это раз. И вторая активация дает доступ к системе обучения. Вот людям говорите, что система обучения – это, наверное, самое важное, что он получит в бизнесе. Неважно, получится у него бизнес или не получится, но он получит знания, которые позволят ему быть грамотным на рынке, знать обо всех тенденциях, которые происходят на рынке, и пользоваться многими полезными вещами, которым мы обучаем. И иметь доступ к системе обучения. У нас каждую неделю и каждый день практически идут презентации, идут живые школы. И плюс есть группы, в которых самые важные обучающие школы выкладываются. И человек ко всему этому получает доступ, просто активировав кабинет. После того, как человек активировал кабинет, ну, есть люди, кстати, которые активируют сразу, есть люди, которые ждут. Вот те люди, которые сразу не активировали, мы дальше продолжаем работать, ждем, когда под человеком появляется кто-то, то есть раз мы работаем там, гарантированно кто-то появится, и уже мы звоним и говорим: дорогой, чего ты ждешь, под тобой появились люди, которых ты можешь получать доход, срочно активируйся. И еще часть людей, которые до этого были не активированы, тоже активируются. После активации наша следующая мотивация – это, конечно же, пакет. И мы человеку объясняем, что именно купив пакет, ты получаешь долю в бизнесе. С момента покупки пакета тебе уже начинает поступать два источника пассивного дохода. Ты можешь накапливать объемы, которые идут под тобой, чтобы получать с них доход. Иначе они просто будут каждую неделю по вторникам обнуляться. То есть здесь уже очень высокие мотивации, потому что здесь, ну, реальный бизнес. Это все равно, что когда мы активировались, мы купили магазин. Когда мы купили пакет, мы открыли двери этого магазина, и он теперь нам может приносить доход. Вот. Поэтому опять кто-то после того, как мы это рассказали, купит пакет сразу. И здесь мы даем, опять используем ролики презентационные, рассказывающие о пакетах. Даем доступ в группу, где тоже все рассказывается про все преимущества. Кто-то ждет, сразу не воспользуется. Что здесь очень важно? Очень важно вам не только дать ролики, на каждом, кстати, это этапе, но и дав ролик, проконтролировать, посмотрел человек его или нет. И проконтролировать не когда-нибудь, а прям буквально в этот же день вечером или в крайнем случае на следующий день. Соответственно, кто-то, как я уже сказал, контракт заключает сразу, кто-то ждет. Опять мы знаем, что люди, которые у нас застряли на этапе активации за $35, вот мы видим ее, да, возвращаемся, и не заключают контракт, мы ждем, когда под ними появляется оборот, то есть под ними кто-то проплатился, мы тут же звоним этим людям и говорим: друг, под тобой уже есть оборот, и если ты прямо сейчас до ближайшего вторника не купишь контракт себе, эти деньги пройдут мимо твоего кармана.
И опять часть людей уже мотивированы, это самая сильная мотивация, когда человек сидит на деньгах, грубо говоря, да, часть людей заключает контракт. После того, как человек заключил контракт, если он собирается строить большой бизнес или иметь свою сеть, да, наша задача, чтобы человек пришел на школу. Поэтому следующий наш этап – это приглашение на школу, и мы опять же в системе отслеживаем, кто у нас был на обучении, кто нет. У нас есть школы полного погружения, которые проходят каждую первую субботу месяца. У нас есть вебинары, у нас есть семинары. Вот ближайший большой семинар на уровне компании будет 11-12 июня в Санкт-Петербурге. И поэтому обязательно, если у вас есть большие цели, вам нужно поставить задачу быть на этом семинаре. Вот. Итак, и когда наши люди пришли и прошли обучение, мы их переводим в раздел «Школа». Соответственно, опять кто-то послушает школы, поучится, но ничего делать не будет. И он будет сидеть у вас вот в этом разделе. А кто-то начнет действовать, использовать знания и, соответственно, автоматически закроет квалификацию. И мы переводим человека уже в следующий раздел «Квалифицированные люди». Да? Вот смотрите, вот она наша, по сути дела, прям воронка. Мы видим, кто, сколько людей, на каком этапе. Так вот, конечно же, когда у вас уже появляются квалифицированные люди, 80% времени вы работаете именно с этими людьми, помогая им отработать их списки имен, проводить встречи, обучить людей пользоваться CRM-системой и так далее. Соответственно, квалифицированные люди делают уже оборот, зарабатывают деньги самостоятельно. Вы знаете, у нас есть PSB-бонус, который оплачивает вам с их дохода процент. Ну, а наша цель, конечно, если мы говорим сейчас про очень большой бизнес, когда у вас уже структура там десятки, сотни людей, мы не работаем со всеми, мы работаем с ключевыми людьми. Наша задача из квалифицированных выбрать ключевых людей. И, соответственно, или по-другому говорят лидеров, да, соответственно, лидеров мы переводим в отдельный раздел, чтобы мы сразу всегда видели наших лидеров и работали уже с ними. Когда структура еще больше растет, лидеров становится тоже много, в каждом городе у вас там десятками будут лидеры, вот как у меня сеть была 170 тысяч человек в 25 странах, и в каждом городе было множество лидеров. Так вот, понятно, тоже с каждым из них общаться не будешь, работаем с ключевыми людьми. Из этих лидеров выбираем ключевых людей. Это самый, по сути дела, такой кульминационный момент, потому что ключевой человек может работать и воспроизводить всю систему самостоятельно. С ними вы просто планируете работу вместе, планируете открытие городов, регионов и стран, и, соответственно, у них уже будут свои ключевые люди, и именно через них идет управление и контакт со всей сетью. Вы прорабатываете стратегии, разрабатываете инструменты, доводите до людей инструменты. И вот благодаря вот этой системе любой человек, даже если он никогда в жизни не занимался построением бизнеса, никогда в жизни не занимался построением сети, используя готовые скрипты, используя вот эту модель, строит свою воронку продаж, и самое главное, он строит свою собственную сеть. Не сеть только для компаний, как большинство делают дистрибьюторов в мире, да? А он строит свою сеть, это то, что реально ценно на рынке, то, что приносит сотни тысяч, миллионы долларов. Вот. Поэтому я вам всем желаю использовать данную систему. Как я уже сказал, каждый из вас может скачать и попробовать систему абсолютно бесплатно в течение месяца. Ну а в дальнейшем, если она вам понравилась, а я уверен на 100%, что она вам понравится, вы можете строить с ней свой бизнес. Ну и на следующих школах, в следующих роликах мы расскажем, как можно с ней не только строить бизнес, а именно с использованием этой системы еще дополнительно иметь доход и заработать не одну сотню тысяч долларов. Ну что ж, друзья, если вам понравился данный ролик, ставьте лайк и делитесь им в социальных сетях, поделитесь со своими друзьями, и мы тогда будем снимать больше роликов, чтобы вы могли их использовать в своей жизни. Спасибо!